Вечные скидки. Всем привет! Весной хочется больше времени проводить вне дома. А чтобы необходимость уборки не сделала вас затворником в эти солнечные дни, купите робот-пылесос. Он может провести как сухую, так и влажную уборку. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Робот-пылесос может работать в нескольких режимах. При автоматическом он просканирует помещение, построит карту, вычислит стены и препятствия и выстроит траекторию с их учетом. Движение по зигзагу. Этот режим оптимален для больших помещений с минимумом мебели. Уборка углов. Достигнув стены, робот будет двигаться вдоль нее по периметру комнаты. Точечная уборка. В этом случае работа сосредоточится на особо загрязненных участках. Влажная уборка. В зависимости от модели робота, это может быть протирка, тряпочка крепится к днищу и смачивается вручную, или же резервуар для воды, который устанавливается вместо или вместе с пылесборником. В этом случае вода на тряпочку подается автоматически. На сайте Wildberries робот-пылесос StarWind сейчас можно купить за 6207 рублей. Выполняет сухую и влажную уборку Slim Design. Высота составляет всего 75 мм. Он легко проходит под мебелью. Мощность 18 Вт обеспечивает тихую качественную уборку. Фильтр тонкой очистки задерживает до 99% мелких частичек пыли и аллергенов. Предусмотрено три режима работы. Автоматическая всего пола. Вдоль стен – локальная уборка. Для ориентации в пространстве и защиты от падения с высоты пылесос оборудован 6 инфракрасными датчиками. Шумность работы девайса соответствует нормам офисного помещения. Часа непрерывной работы достаточно для уборки большой квартиры. Полная зарядка аккумулятора происходит за 5 часов. Пылесос может делать уборку дома несколько раз в день, пока вы находитесь на работе. Предусмотрена возможность влажной уборки. Специально для этого в комплекте есть насадка, которая предотвратит разводы при влажной уборке пола. На сайте Озон робот-пылесос NetSwore сейчас предлагают за 11 990 рублей. Его прежняя цена – 24 500 рублей. Тип уборки – сухая и влажная. Автоматическая парковка, построение, карты помещения. Вид пылесборника – контейнер. Время работы от аккумулятора – 90 минут. Имеет мягкий бампер, заряжается от док-станции. На сайте Яндекс.Маркет робот-пылесос Honor Choice сейчас можно купить за 15 838 рублей. Цвет белый, тип уборки сухая и влажная, потребляемая мощность 30 Вт, вес 3 кг. На сайте МВидео робот-пылесос Tefal сейчас предлагают за 19 999 рублей. Его прежняя цена – 22 999. Проводит сухую и влажную уборку одновременно. Удобное управление со смартфона. Эффективен на любых типах покрытия. Оснащен умной навигацией. Тип пылесборника – контейнер. 5 режимов работы. На сайте «Золотое яблоко» робот-пылесос Xiaomi сейчас продается за 16 650 рублей. Он предусматривает сухую и влажную уборку помещения. 4 режима работы, включая бесшумный. Конструкция с центральной насадкой щеткой и двумя боковыми вращающимися щетками гарантирует эффективный сбор пыли и мусора с напольных покрытий. Система на основе датчиков позволяет пылесосу легко перемещаться по дому, объезжая препятствия на пути. С помощью мобильного приложения можно удаленно управлять пылесосом, указывая необходимые зоны уборки и выполнять настройку различных параметров. Аккумуляторная батарея гарантирует до 2,5 часов работы прибора в непрерывном режиме. Главная задача робота-пылесоса – сухая уборка. Он собирает до 90% мусора, но для чистоты в квартире хотя бы раз в неделю все равно придется браться за швабру. Ни один робот из представленных сейчас на рынке не очистит квартиру так, как это сделает человек. Но с участием робота человеку придется убираться меньше. Главное – настроить устройство для регулярной сборки мусора и своевременно чистить щетки и пылесборник. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Личные скидки.